Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Kingdom Rush Frontiers. И у нас открылись три дополнительные миссии. Ну что же, начнем, пожалуй-ка, наверное, вот с этой. Костиград. Настала бесконечная ночь. Пробудилось какое-то зло, которое погрузило эту местность во тьму. Жуткие безмозглые твари рыскают по земле в поисках человеческой добычи. Наш король дал вам поручение защитить беззащитных жителей деревень и выяснить причину этой напасти. Королевство нуждается в вас. Хорошо. Так, ребята. Эти уровни у нас повышенной сложности идут. Выбираем мы Кощея, потому что я пытался поиграть здесь шатрой. Ничего у меня не вышло. Развалили меня в пух и прах. Поэтому выбираю я Кощея. Ну что же, поехали в бой. Сласти или напасти? Сласти или напасти? Сласти или напасти? Хорошо, ребята. Это отлично. Ну что, ребята, тут у нас типа Хэллоуин, да? Все, видите, маскарадно одеты. Но вот этот чувачок что-то затеял, задумал. Хм. И вышли зомби. Не только зомби, я смотрю, тут и оборотни будут. Ладушки, друзья мои. Ну что, Кощеюшка, давай иди вот сюда, вставай. И мы начнем, ребята. На своих, как говорится, ошибках будем учиться. Ну, во-первых, здесь мы сделаем удар молнии. Пускай пока первого уровня. И будем выставлять наших, как говорится, стрелков. Наших лучников. Так, и, наверное, вот сюда вот башенку. А вот здесь, друзья, я поставлю казармочку. Казармочка, конечно, не прокачанная. Ну и фиг с ним. Ну что же, поехали. Вначале у нас пойдут обычные зомбари. Ничего, в принципе, в них сложного нету. Я думаю, мы сможем с ними разобраться. Ой, тихо, обратно, обратно иди. Совсем забыл, что здесь с кладбища же еще попрут. Так, ладно, хорошо, давай. Кощеюшка, дыханием своим. Ух, классно, ты шинкуешь их. Так, прокачаем казармы. Здесь, кстати, нужно будет нам голема из плоти. Да? Призвать. Обожаю вот этот тут удар у Кощея, который пролетает и наносит вообще массовую атаку. Они просто отравленными идут, ну и погибают потом со временем. Ну и еще, конечно, хорошо, что у нас есть вот такие вот костяные драконы, которых призывает Кощей. Они, правда, со временем исчезают, да? Но тем не менее. Неплохое подспорье. Ох, смотри, как жарим, просто красота. Шатра такого не может, к сожалению, сделать. Он может призвать корабль, который может похитить, по-моему, до 3 юнитов. Но это все равно слабо. Обязательно, ребята, мы с вами потом все героев протестим. У нас еще, наверное, будут прохождения и, как говорится, и героического режима, да, и железного. Так что успеем прокачать все. Причем, когда вот этот уровень проходишь на железном, тут будет наш старый знакомый герой. Тыквоголовый, да, он здесь будет бегать. Если я, конечно, чего-то не путаю. Если он в этой миссии, а он, по-моему, не в этой, он будет в последней миссии. Да, в последней миссии за вот нежить. Так, что у нас тут? Зомби, а тут у нас тоже зомби. Ага. Со всех сторон сейчас, да, попрут? По-моему, так. Ну что, Фрэнки наш безрукий. Давай мы тебе сюда поставим. Так, мне бы, конечно, прокачать. И вот сюда надо что-то влепить. Слушай, может быть, нам вот так лучше сделать? Потому что, да-да-да-да-да, ребята, вот она, наступает ночь. И они становятся какими-то психами, все эти зомби. Нам нужно с вами простоять. Простоять этот момент. Ну, куда вы идете-то все, а? Шикарно. Первая ночка пережита, можно так сказать. Слушай, а что ты не бомбишь-то? Кощей! Вот так вот. А то уж было, пужанул меня маленько. Давай-ка прокачивать. Так, форт арбалетчиков нам нужен обязательно будет здесь. Так, 150 монет. И мы с вами сделаем башню снайперов. Ну давай, 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 давай. Вот так вот, по красоте. Так, молнию тоже, кстати, нужно будет прокачать. Дорого стоит, 150. Ну, оно того стоит. И
Фрэнки, который получит руки Джакса второго поколения, наносящие от 30 до 50 очков урона. Тоже нужно будет это сделать. Так, но сначала мы с вами все-таки прокачаем башни. Почему именно башни лучников? Ребята, здесь будут скоро летучие мыши, не топыри. И очень много будет, так что нам нужно пошевеливаться. Хорошо, что у меня есть Кощей, он, по-моему, все-таки наносит урон, да? Воздушным целям, а шатра? Шатра нет. Ну-ну-ну, расстреливаем их. Так, прокачка, соточка нужна, да? Ага, сейчас будут у нас упыри, это довольно быстрые зомбики такие, сейчас побегут. Вот они. Их тоже нужно сдерживать, друзья мои. Так, нет, вы не здесь, вот сюда бегите. Так, справимся? Я думаю, что справимся. Так, никто не прошел, да? И это хорошо, друзья мои, это очень круто. 100 монет сейчас получим и прокачаем еще немножечко себе башенку. Ты посмотри, какая их тут армада идет. Ну-ка. Главное, ребята, не лопухнуться, потому что ночка может наступить в любой момент. Я, правда, не знаю, как тут определять. Видите, у нас тут как бы непонятно, что. День, ночь. Ну, сейчас вроде бы как день. По сюжетке, да? Но может наступить ночка. И тогда зомби со всех щелей полезут. Так, давай прокачаем. 3 башни, этого маловато будет. Этого будет маловато, если честно. Надо будет, наверное, еще вот сюда башню влепить. Так вот сделаем. И вот здесь. Вот так вот. Так, ну что? Где враги-то? Я не вижу врагов, ребята. Где волны? А, потерявшиеся упыри. Так. Это кладбище нервирует меня. Так, ну-ка посмотрим. Но здесь они вряд ли пробегут. Мы их тут расстреляем все-таки, да? Ну, на худой конец Фрэнки с ними тут разберется, если что. Тихо, смотри-ка. Живучие все-таки. Вот и сиди и думай, как говорится, приоритеты расставляй. Так, упырь и зомби. Там то же самое, да? Понятно. 150 монет. Сейчас, друзья мои, будем что-то делать. Не знаю, или удар молнии прокачивать, или все-таки башни. Давай башни. Так, ну что, Кощей. Опс, тихо, друзья мои. Обратно, на попятную пошли, потому что зомби. Тут надо сдерживать врагов. Так, тихо, вот сюда бомбанем. Хорошо. Фух, еще одну ночку мы с вами пережили. И это круто на самом деле. А вот после этой волны, ребята, по-моему, полетят мыши, упыри. Или как их там, не топыри. Да, так будет правильно сказано. Ну что же вы так бомбите-то слабенько, а? Башенки вы мои. Вы должны жарить не по-детски. Слушай, надо было нам, наверное, все-таки форт арбалетчиков сделать. Хотя бы один. Ладно, может быть, мы еще успеем. Сколько там нужно? 230 монет. Ага, вот они, не топыри. Летающие юниты. Они будут лететь вот так, насколько я помню. Вот таким вот образом. А кто-то будет сюда заворачивать. Хм. Слушай-ка, давай-ка я лучше от греха подальше раскачаю башню снайперов. Вот так они полетят. Их очень много сейчас будет, друзья мои, очень много. Надеюсь, костяной дракон сможет наносить им урон. Проверим. Что-то как-то не в разнобойку мне стреляют все. Нет, это понятно, что ты вызываешь это. Ты будешь А, он бомбит, друзья мои. Это круто. Это очень круто. Так, можно вот сюда еще влепить башню. Смотри, все равно потихоньку они как-то пробиваются, друзья мои. Умудряются просочиться, да? Так, ладно, сейчас еще улучшим одну башенку с вами. Ну давайте быстрее, денежка мне нужна. Вот так вот. Фу, я надеюсь, что все прокатит. Если что, ребята, будем применять с вами метеоритный удар. Ну. Ага.
Так, кто-то сюда хочет завернуть, но не успевает. Блин, что-то много-много-много их тут становится. Я на всякий случай еще одну башню поставлю. Ну, давай-давай-давай. Слушай, а с них неплохо денежка капает, я смотрю. Очень неплохо. Прикинь, сейчас ночь наступит, еще и зомби полезут. Вот это будет засада полная. Да что ж такое, там опять нетопыри и зомби. 27 штук аж. Слушай, а знаешь, чем это плохо? А тут-то кто? А тут 40 зомби. Сейчас мои башни будут, наверное, отвлекаться на зомбарей, да? Или не будут? Ну куда ты... Ах ты, ты посмотри, что происходит, ребята. Вот этого я и боялся. Видите, башни мои отвлекаются на них. И половина нетопырей нет. Никого не пропустили. Это хорошо. Фрэнки, по-моему, пора тебя немножко прокачать. У него появляются руки. Но со всех избушек выходят. Ты посмотри, что делают, а? Молнию по полной программе прокачали. Эй-эй-эй-эй. Я надеюсь, ночка не наступит сейчас, а? Нежданно-негаданно для меня. А то тут будет такая веселуха. Ты посмотри, сколько их здесь, ё-просоты. Вы чё, вы... Да тут никак, как мне тут справиться с ними? Только вот так, если, друзья мои. Другого варианта я не видел. Так, ну. Форт, не подведи меня, пожалуйста. Прокачиваем заградительный огонь. Да... Чё-то как-то не особо тут, ребята, меня устраивает это все дело. Смотри, какая толпучка просто бежит. 230 монет и сделаем еще один форт. Вот так вот. Слушай, ну теперь можно жить, я думаю, да? Нет, они со всех этих выходят, а? Голем из плоти. Фрэнки может выполнять особую атаку по площади, наносящую 150 очков урона. Кстати, это неплохо было бы. Массовая атака нам нужна. Тем более здесь идут такие вон полчища зомбарей этих. Давай, давай, быстренько накопим. Ух ты, прикольно он выглядит, смотри. Такой здоровяк. Ну что-то там заскрипел. Зашумел. Так, это, ребята, только лишь шестая волна у нас? Да ну, хорош. Бумс, видал? Что он делает? Он бьет по земле кулаком и... создает поле такое электрическое, где все эти зомбики погибают. Так, вервольф. Ёлки-палки, дожили до вервольфов. Новый. Некогда грозные войны, ныне объятые жаждой крови. Высокая скорость, высокий урон и регенерация. То есть, когда они кого-то грызут, они себе восстанавливают здоровье. Это не есть гуд. О, лучнички мои, как вы слабенько бомбите по ним. Надо, наверное, где-то магов поставить. А где? Сюда, что ли? Слушай, а здесь бомбарду неплохо было бы зарядить. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ты посмотри, какие они живучие. Так, это мы только одного с вами бомбим. Ну хорошо, хоть справляемся, слава богу. Так, здесь у нас полностью прокачано, да, все? Так, заградительный огонь. 250 монет нужно. Сейчас мы вот здесь вот поставим заградительный огонь. И потом я уже, наверное, буду бомбарду, ребят, прокачивать. Ну. Отлично. Пока вот так вот. Сейчас, чувствую, ночка, наверное, наступит. Она нежданно-негаданно наступает. Не знаю, по каким параметрам, еще раз говорю, судить. Но она скоро будет. Хорошо, здесь мы справились. Опять веровольфы, а здесь тоже веровольфы. Твою ж налево, а? Ладно, поехали. Не будем ждать. Как говорится, у моря погоды. Бегут, бегут, бегут охламоны. Тут надо быть всегда на стреме, ребята, потому что, говорю, ночь может наступить и зомби попрут. Да еще и эти веровольфы здесь. Молодец, красава, Фрэнки. Давай, бомби. Так, погоди, 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 погоди. Куда этот собрался? Перебили, да, мы его? Зачем я это сделал? Я же не хотел... Ребят, ну... Ладно. Вторая стадия прокачалась с заградительного огня. Ладно, лишней она не будет. Давай, наверное, бомбарду прокачивать уже.
Бомбарда — это тоже вещь. Ну смотри, неплохо справляемся, да? Это, конечно же, ребята, не без помощи Кощея. Без него было бы все намного хуже, поверьте мне. А с ним как-то, ну, посолиднее, что ли. Бумс. Так. Тут, надеюсь, справится у меня, ребятушки. Так, давай бомбарду немножко прокачаем с вами. Ну и, наверное, нам надо прокачать наших вояк. А то они какие-то вообще тут замухрыхи стоят. Даже и не воины-то вовсе. Все деньги потратил. Тут у нас опять веровольфы. Только веровольфы и попрут, да? Ладно, встречаем. Это у них высокая скорость, да? Что-то не вижу на самом деле, чтобы у них была высокая скорость. Еле-еле ползут. Кто-то там смеется. Черепундели какие-то. Может быть, какое-то надгробие можно потрогать, а? Чтобы... Тут могилка выкопана. Опа, друзья мои, ночь. Ночь наступает, ночь. Костяшка, давай обратно. Будем вот здесь с тобой охранять. Так, вот тут мне совсем не нравится. Слушай, а можно было бы, в принципе, знаешь, что... Тихо. Можно было бы прокачать у стрелков ослабление. Тотем на ослабление. Кстати, тоже бы неплохо бы здесь помогало бы нам. Вот здесь, если, например, мы сделаем, будет круто. Будет круто, но после того, как я, наверное, гномью гаубицу сделаю. 320 монет. Так, ну что, расстреливайте давайте этих хламонов. И мне как раз хватит. Так, буровая платформа. Да, я, наверное, сделаю буровую платформу, потому что если здесь... Опять нетопыри, 25 штук. И упыри. Ой. Сейчас будет жарко. Ладно, посмотрим. Главное, с ними быстренько справиться. Вот видишь, что? Мои лучники начинают отвлекаться вот на этих вот ханориков. И все очень плохо. Так, тихо, 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 родные мои. Надеюсь, не пролетят. Пролетают. Нет, не пролетают. Потому что отравление от моего костяного Кощея, да, очень хорошо их бомбит. Это нам повезло. Так, что, давай делать. Тарамба. Конечно же, силу горнила прокачивать будем. Откуда они лезут-то? Отсюда, что ли, с кладбища поползли, да? Ну да. Так, что-то как-то вас тут слишком, по-моему, дофигища. Эй. Shake and back. Сила горнила сейчас заработает. Так, это была у нас, ребята, 10-я волна. Мы переходим с вами на 11. Отродье. Что еще за отродье? Огромные големы, собратые из тел и конечностей других существ. Низкая скорость, умирая, взрывается. Кто это такой вообще? Смотри на него. Стежок тоже мне. Ладно, друзья. Но он медленно идет, поэтому я думаю, что башни должны его расстрелять. Ну-ка. О, как кисленько-то все идет. Ну, заградительный огонь, конечно, бомбит не по-детски. Еще один ползет, да? Слушай, мне можно костяного дракона, наверное, вот сюда поставить. Напоминает мне, знаете, этот костекрыл из Варкрафта. Ой, что-то их как-то даже суператака нашего Кощея слабо берет. Слушай, ну они мощные, ты посмотри на них. Они очень мощные. Так, надо нам, наверное, с вами устанавливать. Слушай, мы же хотели что с вами сделать? Мы хотели... Хотели сделать метателей топоров, да? Так, ну что, я думаю, вот здесь мы, наверное, сделаем дикарей, так скажем, да? Чтобы они могли бросать тотем на ослабление. Ну ты посмотри, ну это не дело. Идет как танк, просто ему пофиг на все. Так, тут бомбят. Да что ж такое, сколько нам? 230 монет. А что так мало денег-то от них выпадает, а? Отродье, зомби. Зомби, о-о-о. Мы тут сейчас будем с зомбарями драться, плюс еще и отродье пойдет.
Это плохо. Ну куда ты бежишь, а? Ну вот куда ты разогнался? Твою же маковку. Так, прокачивать надо тамплиеров. Они более-менее сильные. Ну. Чё? Ты посмотри, сколько тут. Давай вот так вот, наверное, сделаем. Да вы издеваетесь. Ты посмотри, сколько я им урона нанес. Это ничтожно мало. Это просто ничтожно мало. Так, рассеивать любую магию. Мне нужно тотем слабости. Вот так вот. Если мы хотим их быстренько разбирать, нам нужно их ослаблять. Согласны? Блин, еще что ли прокачивать надо? Так, а горят? Слушай, ну горят они неплохо. Так, и оглушает, кстати, тоже неплохо. Моя башня, не зря я ее поставил сюда. Тотем, давай, родной, еще. Нужна вторая прокачка мне. Какие тут долгие уровни, ё-моё. Это тебе, ребята, не основная сюжетка. Ну, я и говорил, что тут повышенная сложность. Ну, и как видите, офигеть, что происходит. Ага, заградительный огонь. Уже лучше. Так, опять, что ли, не допыри? Плюс отродье еще пойдет. Угу. Не топыри и отродье. Ну что, друзья мои, вызываем. Я надеюсь, они не сюда вот полетят, а тут у нас вообще как-то все слабенько, если честно. Давай. Заградительным огнем бомбим по ним. Пока вроде бы справляемся, друзья мои. Вроде бы все пока идет хорошо. Оу, нет. Не все хорошо сюда. Все-таки пролетают охламоны, да? Так, давай-ка мы вот эту прокачаем. Оу, щет. Нет. Не надо идти сюда. Не надо идти, говорю. Еще и ночь наступает. Быстрее назад. Жесть. Друзья мои, вот это жесть. Вот это жесть началась. Что будем делать-то? Как быть-то? Нас просто тут сейчас промнут. Или не промнут. Или промнут. Я даже не знаю, что делать-то. Где мои рыцари? Где мои тамплиеры? Их всех подчикали. Даже голем, ребята, был мертвый. Точнее, не голем, а Фрэнки. Погоди, так не пойдет дело. Давай, костяшка, бомби. Так. Смотри, их тут целая куча, друзья мои. Минус один. Давай попробуем. Я не знаю, что попробуем-то? Что-то попробуем. Они пройдут, да? Или не пройдут? Их тут слишком много. Их тут один наверняка просочится. Или нет? Давай. Фух. Мы отстояли. Но это была 13-я волна. Я боюсь представить, что будет дальше. Так, здесь, наверное, тоже надо тамплиеров сделать. Слушай, если так, такая вот куча народу будет у нас ползти, нам нужно с вами сделать мага. Маги, я думаю, неплохо будут справляться с этими, как говорится, громозеками, да? Успею ли я прокачать еще этого мага себе? Вот вопрос, какой меня интересует. Так, давай попробуем, постараемся. Да что ж такое, тут сколько вас тут много-то ползет, эй. Я бы, конечно, костяного бы сюда перевел бы, но я думаю, что не стоит пока этого делать. Справляемся, да? Хорошо. Так, мы сделаем с вами, наверное, башню некромантов. Пускай здесь будут нам скелетики помогать, хоть как-то. От них будет здесь помощь. Причем мы еще призовем с вами всадника смерти, который будет нам здесь тоже помогать. Неплохо я придумал, да? Фух, это предпоследняя волна. Подписчики написали, что форт Тартуга — это вообще, говорит, жесть. Вот, ребят, когда дойдем до этой жести, посмотрим. Тихо. Костяной, почему ты у меня здесь стоишь? Ты должен вот тут быть. Вот тут ты должен быть. Так, ну что, друзья, скелетики пошли или не пошли? Я не вижу армии никакой пока. Нет, вижу, уже вижу. Бомбим. Немножко не там, конечно, все это сделал. Ладно, фиг с ним. Давай, наверное, чуму прокачаем.
Ну что, друзья, готовимся к последней волне. Отродье, упыри. Ну, сейчас пойдет армейка тут на нас. О, зомби со всех щелей повыползали. Ты посмотри, что делает, а? Откуда только не лень лезут. Давай всадника нашего смерти прокачаем. Слушай, надеюсь, тут мы справимся. Вот здесь меня теперь интересует, что нам делать, как нам быть. Так, стрелки обязательно прокачиваем. Чем больше стрелков, тем лучше для нас. Ночь. Ночка наступила, друзья мои. Надеюсь, тамплиеры тут выстоят. А, они ускоряются еще. Убейте 100 зомби в полнолуние. А, это полнолуние. Вот, ну что, я думал, что это... Как это магическое... Тихо! Справляемся или нет? Тут смотри, что происходит, друзья мои. Нет! Не пройдете, упыри. Врешь, не возьмешь. Так, срочно прокачиваем тамплиеров. Как можно. Так, Костяной, иди сюда. Там справиться без тебя. Вот здесь твоя помощь очень сильно нужна. Кощеюшка ты наш бессмертный. Выпускай свою волну. Ждем волну, волну от тебя ждем. Он не хочет выпускать ее. Вот когда нужно, он ее не выпускает. Но вроде бы ребята отбились. Эть! Дракоша, давай быстрее сюда. Фух, успел. Да, вот еще, ребят, большой плюс, что он летает. В любую секунду можно его с точки А в точку Б перенаправить. И это очень круто на самом деле. Так, ну что, это последняя волна. Я надеюсь, что все у нас тут пройдет четенько с вами. Ай, как красиво. Так, последние упыри. Сейчас мы их тут поджарим. Так. Солидно. Слушай, сколько мы этот уровень проходили по времени, а? Наверное, минут 20, не меньше. Так, ну что, друзья, прошли, да, мы с вами. И у нас продолжение этой истории. Но следующую серию, я думаю, будем снимать в другой раз. Так, мы сделаем с вами улучшение. Прокачаем. А что у нас прокачать-то остается? Дружинники имеют больше здоровья и лучше защищены. Давай сделаем так. Ну что, друзья, на этом пока и все. Увидимся уже в следующей серии и продолжим играть в Kingdom Rush Frontiers.